Сними свою кепку. Тут дурачок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы к автобусу подошли, как вам автобус понравился? Как внутри, так и же снаружи? Да, очень понравилось. Очень понравилось, да? Да. Скажите, пожалуйста, откуда у нас есть такой ребенок? Ой, это дочь. Я не знаю, а где? Да, дочка нашла. Скажите, пожалуйста, куда едете? Мы едем в город Коломну, Московская область. А сколько вы живете? За 1 060 000. За 1 061 000. Да. Так, хорошо, счастливого вам пути, спасибо. Спасибо большое. Вы там хотя бы после вас кто будет ехать? Обязательно будем говорить, как. Да. Давайте. Да. Намного дешевле пенсионерам, конечно, только на автобусе, хорошо, ехать. После приезда обязательно вот оставьте видео. Обязательно.